Нет, другого. Вот тоже такое же меню было. Вот точно так же все было. И лицо тоже было. Всем привет! Короче, сейчас объясню, чего мы ржем. Небольшая предыстория перед этим роликом. Если что, мы будем сейчас смотреть ролик от Дани Десы, который называется «Твой компьютер не потянет такой Майнкрафт». Игры на прокачку. И, короче, вы буквально... Нас просили это посмотреть, да? И мы, короче, нашли ролик. Да, смотрим, мы включили. Такие, смотрим такие. А потом... Я говорю, Алина, что-то мы дежавю, как будто мы уже видели. Я видел такое лицо. Не, не видели, Вадим, точно, не. Я такое не помню. Ты путаешь с кем-то, не, Вадим. А потом показывать меню, как он изменил. Я тут понимаю, что такое. Я уже где-то это видела. Думаю, может, это был другой какой-то майнкрафтер. Да. Короче, мы же смотрели этот ролик месяц назад. И мы, кажется, смотрели его. Не этот вот сейчас, который мы смотрели, а другой. Первую часть, а это, кажется, вторая, да? И мы смотрим первую часть, заново так, и не помню. И все как в первый раз. Хорошо, когда у тебя много видосов на реакции, ты просто забываешь, что ты смотрел. Короче, этот фейл мы залили в Телеграм. Да, можешь там посмотреть, если интересно. Да. А сейчас приступаем к тому ролику, который мы точно не видели. Все, погнали. Привет, я недавно выписался из венецианской психбольницы. Привет. Состояние можно назвать почти стабильным. Да! Хотя на всякий случай, конечно, лучше таблетки выпить. Так, к делу. Вторая часть прокачки Майнсуса. Поздравляю, если вы попали именно на эту часть, так как самые безбашенные, блестящие и похотливые моды именно тут. Не буду мять грыжу и приступаю к уничтожению своего ПК. Носик был. Да. И страусик был. Да. О, каких... Это вирус, это коронавирус. О, деньги купили, разваливается, во. О. Вот это хорошо. О-о-о-о-о-о, ляпота. Ляпотища. Хочу продемонстрировать, как могли бы выглядеть анимации в Майнкрафте, если бы Mojang потратили 2300 рублей на аниматора, а не на покупку 200-й яхты, 3000-й пары модных сандаль и 15-тысячный набор консерв для собак. Из мирных существ можно отметить анимацию работы. А то он подсматривал, на что они там тратили. Как в деревне. Если настучать Сквидварду по носу, то, во-первых, он очень сильно удивится, и, во-вторых, смешно и забавно. Кстати, реально, я что-то ни разу... Мозри удивляется. Я ни разу не думал, что... Что у них нет анимации. Что они Сквидварды. Сквидварды. Ну, реально очень похоже. Нет, Сквидвард. Я сразу очень думала. Главное, а когда я еще задумалась первый раз, когда мы смотрели перерисовки в реальной жизни. Помнишь, смотрели Боба в реальной жизни, и ну, там да. Какая-то художница перерисовывала, и там прибыл такой нос Сквидварда. Живому будет убегать от молдавского боксера. Глаза будут реалистично подглядывать за чужаком, дабы тот не натворил глупостей. А также глазики видишь, будут сидят, моргать смотри, периодически. И моргают, слушай, нос классно. Будет по физике двигаться смотри. В противоположную сторону от движения тела. Да и в целом походка Чубрика выглядит естественно и с теми движущимися прямоугольниками даже не сравнивается. Больше похоже на то, что показывают в синематик трейлерах. Но вот на данном примере видно, мне что такое ходит. Легко можно сделать и в игре. Но это так, начальный уровень анимации. А вот с какой яростью голем кормит лещами зомбей, можно сравнить лишь с тем, как меня батя калечил за оценки. Тут и удары по земле, и нижний справа. Какое-то было не очень самое... И свертушки. Лучшие воспоминания в детстве, да. Левой сразу видно, человек уважаемый, и лучше не лезть на территорию, которую он крышует. Вот это мне не нравится, вот это и видели уже, когда там травму получаешь, типа вот эти кровь прыжки, да. Оно не очень хорошо смотрится, ну не знаю, мне не очень нравится. Тут и анимации добавились для поросят. Классные если какие? Отшлепать розовую попку... то у меня встанет. Вопрос, как можно вообще делать такие классные анимации? Ума не приложу. Даже вот пятачок двигается, а он, пошатываясь, убегает. Подводный охранник получил анимацию глаза и возможность показать возбуждение. Когда доходит до пика, то он уже не в состоянии держать это все в себе и направляет струю прямо в игрока. Старая корга тоже захотела себе новых анимаций. Ладно, так уж и быть. Теперь она, кроме плавных реалистичных движений, может прямо во время боя подкрепиться боярышником и любезно угостить игрока тоже. А для игрока, в свою очередь, появилась возможность устроить махач на кулаках с пожилым пауком, который ударяет лапками и хочет сесть смотри. На лицо. Зомби будут похожи больше на зомби позиции тела. Напоминают бабушек в 6 часов утра, которые идут за просрочкой, ну, реально, и у них даже такое удар вот добавить? Поставлен. Это кажется элементарно, да? Ну, это кажется... Сразу атмосфера получше вообще. Отвоевать гнилые бананы и консервы. Но хуже... Нет, напоминает бабушек, которые сначала медленно идут к остановке, а потом со скоростью дежавю бегут в автобус, чтобы занимать место, дежавю. Знаешь, свободно. Да-да-да. Сноб стоят дела с Эндерменом. На о, него не рекомендую смотреть, и он врубит режим Джеки Чан. Я хотела сказать Джеки Чан! А, реально,
Слушай, смотри, как классно. И с ноги даст прямо в череп. Есть разные виды ударов, но они все ногами. Впрочем, зачем использовать руки и ноги для ударов? Куда более эффективно будет достать волыну и кромсать любого микрочела. Еще поменял время исчезновения крови и частиц в конфиге, поэтому теперь это не так сильно бросается в глаза. Да, но в любом случае приятно. Ночь. Также уменьшил прозрачность эффекта, когда смотришь на эндерчелика. Если подытожить, почти каждое существо имеет теперь свою уникальную детальную анимацию. И это радует. Так выглядели бы анимации в Майнкрафте, если бы кто-то наконец-то заплатил за них деньги. Над разнообразием мобов тоже стоит обратить свое внимание. Обычные мобы просто приелись. Это не значит, что они чем-то плохи, просто хочется чего-то новенького. С этим может помочь мод, который так и не получил. Енотики, яблочки, кошки, няши. Не, новые мобы появились. Аксолотли очень топовые. Вот прямо они классные. Они прям вообще крутые. Прикольно. Жалко, что больше не добавили. Я, кстати, хотела помочь. Мы хотели с тобой искали панту, хотели найти, но мы не нашли. А я потом в креативе летал нашел. Да, в креативе нашел панту. А нет, не панду, медведей. Так медведей, а мы не видели бурых, белых каких-то? Белых, да. Белых мишек. Ну, панда была бы классно. Пришлось обозреть до конца, даже в трех частях отдельных роликов. Бежит, бежит а с яблоком. Алекс Мопс. А, полощет, глянь. Не буду все. Он же полоскун. Ты вообще, знаешь, а можно любой предмет удастся? Пошел полоскать яблоко. Слушай, классно, гениально. Прикольно, это просто гениально. Снять. Скажу лишь то, что он добавляет просто Руны. Невероятное количество живности. О, медведи, которые воруют соты у пчел, крокодилы в болотах, тюлени на пляжах, рыбы-капли, крабы, кенгуру. Короче, таких существ Шикарно. Целых 52 Классно. Штуки. Они почти все взаимосвязаны. Моба. Есть крафты, зелья, зачарования, куча новых предметов и красивая анимация. То есть в стилистику Майнкрафта вписывается идеально. А еще тут есть разные боссы и амогусы, которые спавнятся в грибных биомах. Квадрат назвали, смотри, циклоп, это ж чел, это ж житель, одноглазый, смотри, вот маленький носик, вот он брат. Просто, видишь. Амогус реальный, с другой стороны кажется житель, а с другой стороны амогус. Да. Классный. Я попал. Тупость и неуклюжесть некоторых индивидов немного сбивает с толку. Как, например, банальная скорость мобов, которые не в состоянии даже догнать игрока. И таким образом у злых существ даже нет малейшего шанса подкрасться в туза к игроку и натворить делов. Разве что не заставит врасплох в маленьком тесном пространстве. На этот случай есть один мод, который увеличивает скорость всем мобам. А мне не нравится такой мод, я и так не могу с ними нормально. И крипера. Чтобы было хардкорнее, и если выходишь на улицу ночью, ого, либо будь готов сразиться, либо укрывайся в своей базе. А то привыкли убегать от всех проблем. Тоже мне герои. Мы такие. Ночью. А давайте еще можешь, они подходят к дому твоему, такие, видишь, что там «Открывай, сука!» И бьют такую да. в дверь, такую там окно, такие «Открывай, я знаю!» Зомби хочет твои мозги, да. Или когда идет дождь, неприрученные животные начнут наводить какую-то непонятную суету. Чтобы найти себе убежище. Ой, размножив класс. Хряков, можно получить от 2 до 6 поросят. О, снежный голем. Прикольно, реально, что по одному. То есть это правильно, потому да, что там еще много зверюшек дают, рождается сразу. У нее же почему много, и оно рандомно. Много сисей? Чтобы кормить много да, поросят. А не одного. Да. Что это такое? Разбойники будут более умными и отходить назад, пока перезаряжаются. Самое главное, теперь животные, которые увидят, как игрок ударил своего собрата, не будут стоять в стороне и смотреть, а будут тоже убегать в разные стороны, добавляя свою шкуру. Для большей интерактивности собак теперь можно гладить, потому что любовь нужна костика, каждому. Костика, смотри, классно. Куриц не обязательно убивать, чтобы получить перья, так как они и так с определенной периодичностью будут сами вываливаться вот с пернастых. Вот хорошо, кстати. А это более гуманно, чем убивать этих милашек. Так, вроде бы разобрал старые и добавил новых мобов. Улучшил анимацию и интеллект, чтобы было интереснее играть. Самое время взяться за игровой мир. Это будет, пожалуй, единственный годный мод на генерацию Глиадин 16.5. Как он выглядит? Можете посмотреть прямо сейчас. Смотри, шикарно. Уга! Ты смотри. Ну это прям как реально как-то выглядит. Оля, они хорошие леса. У меня мурашки пошли. По жопке? Тут нет, и красивые вот горы, тут. Где вообще не надо нажимать пробел 1000 раз. Бескрайние поля, и леса, и реки, которые соединяются вместе, а дальше уже русло. Сужаются и превращаются смотри, в ручейки. Круто. Животины, которые были добавлены уточки. Ранее, смотрятся как... И утятки, смотри, они желтенькие. Петые. Но что самое главное, эта генерация сильно не выделяется от оригинала и выглядит очень свежо. Они как-то не хватает очень плавно всего ничего, чтобы да? поверхность мира выглядела живо. Это, очень конечно классно. Же, постройки и данжи.
Есть мод, который добавит и разрушенные, обросшие мохом замки, и какие-то не менее разрушенные башни, и можно найти как прямо убитые строения, так и более-менее целые. Вот даже разбойники есть, чем-то напоминает лагеря разбойников в Ведьмаке. Можно грабить разнообразные караваны и находить вооружение. И все остальное необходимое для прохождения игры на поверхности. Достаточно альтернативный путь развития, потому что копать и гриндить ресурсы не каждому по вкусу. Конечно, без майнинга никуда, но можно уменьшить его количество. В зависимости от биома будут меняться материалы, формы, структур, которых можно найти. А проработка этих... Вот логично, получается, в пустыне там какая-то крепость, получается, из терракоты сделана, да, или из песчаника. Построек. Мое почтение. Но это так, мод для любителей лазить по заброшкам. Второй мод уже для людей, для которые готовы к более-менее опасным испытаниям, так как специализируется больше на данжах. Это вот такие башенки с гробами, зомбиками, сундуками и забавными табличками, а также спаунерами. Следовательно, самая большая награда сверху, но там уже ждут эти летающие вафлеры, так что просто так взять не получится. Разумеется, таких структур много, и вот здесь можно увидеть скелета в пустыне. То ли дракон, то ли еще какой-то... А, блядь, реально. Где? Вот, вся эта штука, это скелет, типа. Вот, типа дракон, да, останки. Я поняла, да, и хребет с ребрами. Не знаю, конечно, можно ли это назвать везением, но он заспавнится чуть ли не прямо в деревне. И внутри его рта, кроме посевов жителей... Там я вижу какую-то изумрудная фигня здоровая. Есть еще и спавнер кадавров. Или же какие-то невероятные красоты подводные, то ли капсулы, то ли мины, внутри которых находятся утопленники. Слушай, в аду можно найти заточенных гастов и достаточно неплохой паркурчик с спаунером гастов наверху и сундуками по пути. А в краю можно найти башни с спаунерами эндерменов и яйцом на самом верху. А на крыше этой башни находятся сганенные блоки эндерменами. Земля, песок, гравий. А, всегда они постоянно воруют из нашего мира, получается. И это логично, потому что куда они все это несут? Вот сюда. К себе. Они и теперь вот понятно, где вкладка. Да, да, вот классно. Че? Правильно, логично. Короче, прикольно и продуманно. Такие детали очень радуют. Да. Их на самом деле больше, но разбирать каждый не буду, так как еще кучу работы предстоит сделать. Если на земле уже все выглядит презентабельно, стоит заняться и подземной частью. Саму систему пещер поменяю несколькими модами. Как итог, получился очень неплохой вариант. Первое, что бросается в глаза, это сталагмиты, сталактиты, которые висят везде. Больше... А уже сейчас только старались мод, а уже не надо. Уже сами разработчики добавили. Они его взяли, пососали, все такие. Блин, слушайте, реально, давайте добавим сталактиты. Кстати, смотри, получается... Слушай, все, что из всех модов, что добавили, сталактиты самые бесполезные. Да. Ну, торчат, ну, такое себе. Прикольно, но... А вот анимацию добавить, какие-то животники новые. Это было бы круто. Но они добавили круче. Животных новых, они добавили баранов там вроде, аксолотли, еще там кого-то. Ну, светящихся спрутов. Пород, что создает большое разнообразие. Тут и затопленные завораживающие пещеры под океаном, и большие открытые пространства, и горизонтальные проломы. Какие-то булыжники и какое-то дерево. Это ничем не подкреплено, но это... Вот уже немножечко, кстати, вот они добавили. Вот они пещеры проработали, тоже начали добавлять эти светящиеся пещеры, сделали красивые сами разработчики. Мне кажется, они тоже... Они, мне кажется, следят за модами. Мне кажется, ну, должны по-любому. Да, идеи хорошие. Если имеют какую-то интересную идею, и что вот людям прям понравилось, то почему бы... Скоммуниздил и все. Да, даже ничего стараться особо не надо, мне кажется. Круто смотрится. Какие-то лиственные подземные биомы. Подземные биомы бывают разные. Мне удалось найти местами слаймовый под болотами. Или паучий, который весь оброс паутиной. А бывают вообще гигантские, ультрабольшие пещеры, которые поражают своей эпичностью. Подземные водные источники, реки и озера. Смотри, тоже на месте. Смотри, теплая холодная вода. Эх, не могу не затронуть, конечно, эту тему. Вот зумерки, которые раньше говорили... Этот мод перебор, это слишком для Майнкрафта, надо убрать этот мод. Мне нравится мамин красавчик с такой подтяжкой штанов, да? Том, когда уже сам Мужанг добавляет то же самое, по сути, сидят с открытыми ртами и рукоплещет гениальности разработчиков. Гениально, Мужанг. Как вы до этого додумались? Из Revolution Джонни. Невероятная красота. Вау. Можете объяснить тогда, что в моде Кварк давно были уже эти дырявые аметисты? Причем даже сильно по форме не отличаются. Смотри, они прямо такие же. Смотри. Капец, да? Как вы можете объяснить то, что в этом же моде уже который год подряд есть сталактиты, большие пещеры, да. И есть разделение озер. И не только по блокам, но и по цвету самой воды. Прямо смотрит, как конечно, в обновлении, да? Про банальности типа сталагмитов и растительности, думаю, даже не стоит говорить. Потому что это и так слишком очевидно. Однажды я сделаю ролик с названием «Он вам не Мужанг». Это же «Ночь».
Он же уже нет его. Да, ну не важно. Этого мне с балкона кинуть зелье отравления второго уровня. Так что запомните меня таким. Запоминаем его, маминым красавчиком, запоминаем. Нормально. А, подожди, у него не были трусы подтянуты до грудей. Это у него просто футболка так хорошо сливается со штортами. Да? Да, зря наговорил он человека. Что это все, так как в этом Майнкрафте появилось и немало данжей, а старые изменились очень сильно. Старый спаунер скелетов поменялся на такой. Они еще бывают вот такими, а вот спаунер пауков — это мое почтение просто. Огромный кокон из шерсти, в котором и находится спаунер вокруг паутин. И присутствуют туннели к сундукам, которые тоже ограждены паутиной и шерстью. Просто вау. Твоя дряблая шахта даже не сравнится с моей, так как у меня больше, грандиознее и красивее. Здесь есть много продуманных моментов, как, например, залежи руды в конце самого туннеля, динамит в вагонетках и спаунер пауков в укромном местечке, чтобы не мешать... Почему динамит реально лежит в вагонетках? Это же логично. Типа, чтобы проделать шахту, перевозили в вагонетках ТНТ, чтобы там взрывать и расширить шахту. В вагонетках. И работать. Что самое главное, каждый биом обладает своим оформлением. То есть, если на поверхности грибной биом и под ним есть шахта, то она будет именно в грибном оформлении. И так для каждого биома. Но самое интересное — это Strandhall. Теперь он официально самый продуманный данж игры. Здесь есть и фонтан с драконом, что как бы уже намекает. И кровати с сундуками рядом, где лежит еда. Скорее всего, здесь спали воины, которые так сильно хотели дать пиздец чешуйчатому. И огромные залы, в которых обсуждали планы к будущему сражению. И столовая, библиотека. Библиотека там тоже была, ну, прям видела в некоторых вариантах прям супер грандиозно. Тут, видишь, прям супер аккуратная она. Но это логично, на самом деле. Где уже обжили себе местечко паучки. А также склад с едой, зал с амуницией. Что-то хорошо лежит, классно. И даже тюрьма. Все выглядит очень убедительно. Реально база людей, которые просто отправлялись на ту сторону, чтобы сразить это быдло. Но, к сожалению, скорее всего, ничего не получилось, раз он все еще только там. Только у нас получится, мы же главные жалко герои. Жалко пацанов, конечно. Но и новых данжей тоже предостаточно. Какие-то длинные подземные туннели из замшевого булыжника, со спаунерами, кучей мобов и наградами, конечно же. Какие-то непонятные двери прямо в пещере с ловушками внутри. Деревьями, кувшинами с лутом и тайными проходами. Таких... Мы крафтились кувшины? Нету. А здесь это, есть, видимо, да. Ну, они классные. Вот кувшин был бы хорошо. Он классно сделал с кувшина, у него там цветочек, что можно поставить как горшок, было бы красиво. Данжей много, их на самом деле в разы больше, но материал, который я записал, навсегда был утерян. Головки. И мне лень перезаписывать, так что поверьте мне на слово. Такс, ну этот мир уже лучше не сделать, а вот край оставлять таким унылым точно не стоит. Новый край порадует просто тонной новых продуманных... Это край? Вот это было шикарно, смотри. Таким унылым точно не стоит. Сейчас новый край какой. Порадует просто тонной новых продуктов. Вот этот прям офигенный, посмотри. Почему? Это край. А? Почему? Ну, выглядит круто. Он выглядит какая-то, не знаю, планета Пандора, как будто из Аватара. Посмотри, ну это просто шикарно. Туманных интересных биомов. Огромные грибы. Смотри. Светящиеся растения. И гигантские парящие горы, как в Аватаре. Все биомы прям... В Аватаре. Алина, я понял, смотрела! Ну, сколько можно, Алина, такие... скажи, сколько можно смотреть реакции заранее? Скажи. Это сарказм, у нас там таблички просрали на самом сарказме. Реально красивые, разноцветные и... Слушай, еще такой красивый градиент. И отличаются друг от друга. Не беспокойтесь, пусто в них не будете из-за разнообразных объектов, которые разбросаны там. Есть и загадки, и разбитые эндер-корабли, которые разбросаны по всем биомам. А также из-за новой фауны со... Со стрекозками, своими слизнями, рыбами и другими черепизниками. Опять обосраться, же, в какой раз уже повторяю, посмотри, что здесь реально много пестро. Контента, и это не... Нет, это логично, потому что это другое измерение. Должно быть выглядеть как какая-то странная планета. Это похоже еще, ну вот этот, где там он, в Гонконге или в Сингапуре, есть такой сад. А, в Гонконге это точно так же. Просто бесполезные декорации. Сингапур, то есть здесь наверное, можно Сингапуре. Добыть ресурсы и скрафтить разные приколдесы и приколюхи для себя. Ад менять не буду, потому что мод, который я хотел поставить на ад, он выглядит вот так. Ну вот эти цветы не похожи на адские, мне кажется, да? Как-то они слишком яркие для ада. Да все слишком яркое. Слишком цветущие, это же ад. Ну это же Незер. Это же ад.
Да, вот это норм. Соглашусь, хорошо. Это красиво, но он для фабрики только. Но ничего страшного, так как и так есть уже данжи, новые мобы. И недавно вышло. Вот это классный моб был. Это такая скелетная черши, скелетная многоножка, которая что-то плавает было. В лаве. И потом, знаешь, выпрыгивает и жрет тебя. Шикарная вещь. Не хотел, чтобы с такой встретиться, на самом деле. Обновление от разработчиков для него. Так что просто поменяю способ попадания туда. Теперь портал будет появляться рандомно под землей. Это выглядит как такая манящая лужа с породой из ада вокруг. Как по мне, выглядит очень реалистично, как для портала в другой мир, а не просто подожженная остывшая лава. С другой стороны, портала не будет, если пройти. Возвращаться назад надо будет через вот такую структуру. Но не все так просто. Чтобы активировать это чудо природы, надо расчехлить кошелек и выложить пару слитков золота в недостающей части. Потом можно оседлать этот луч. Он поменяет свет на светлый. Это прям какой-то этот радужный мост из Тора, да? Сивый. И поднимет вверх. Асгард! Очень сочетается с библейскими мотивами о том, что ад внизу, и молитвы можно вернуться в Царство Божье. Не все согласны, что в Майнкрафте нужна физика, но я не все. Физику надо учить. Во-первых, добавил эрозию почвы от воды. Это значит, что верхние слои песка и земли вода смоет, а более глубокие породы останутся на месте. Вторым будет мод для физики ломания блоков. Да, они прямо разламываются на кусочки, и это выглядит прям очень шикарно. Сильно. В меню настройки мода можно выбрать режим коллапс, и тогда, сломав всего лишь один блок, падает целый пласт породы. Ой, классно! Потрясающе. Но это еще не все. Так как мобы также будут ломаться, отлетать от физики, и с трупом даже можно немного повзаимодействовать. Это уже для особых извращенцев, конечно. Третий мод на физику будет этот, который добавляет возможность собирать предметы прямо из земли, кидать их, и даже по воде они будут плыть. Но самое приятное, это, конечно же, кидать гнилую плоть в газель. Непередаваемый кайф. Почему именно в нее? Еще пару финальных фишек и приколов, и двигаемся к текстурам и шейдерам. Теперь можно брать предметы и перевозить их куда угодно. Например, взять сразу сундук с говном, перенести в другое место и не париться перетаскивать все содержимое. Помнишь, как мы мучились, когда ты построил новую хату в деревне, и землянки тащил все говно, слушай, а можно было сундук сложить и тащить? А сразу сундук. Было бы гениально. Гениально. Из сундука в инвентарь, потом из инвентаря в другой сундук и так далее. Так реально очень удобно. Также можно в руках переносить и другие предметы. Вот сейчас я перенесу Яникса на другую тусу. Все, сиди здесь и не отходи от Моргенштерна. Думаю, анимацию Чанка вы и так заметили, и все знают, что это такое. Класс. Дальше вот добавил такие прикольные надписи, когда заходишь в другой биом или измерение. Выглядит прикольно, и будто Майнкрафт — игра, над которой старались. И куда же без него 3D-верстак, в котором можно оставлять свои вещи, и они будут в воздухе висеть. Согласитесь, очень удобно, когда уже нормально. Почти разложил все предметы, и чего-то одного не хватает. Ты собираешь и возвращаешься, а там уже все готовенькое. Такс, шейдер, к большому сожалению, остается Zeus PTG, потому что даже если его создатель им не занимается долгое время, никто другой так и не смог обойти его с визуальной точки зрения. Но все-таки он имеет свои недостатки, и если хочется больше FPS, стоит использовать Chocopie, потому что он сохраняет не только FPS, но и атмосферу. Особенно красиво смотрится в мире Энда. Поэтому предпочтение даю Зеусу, но Chocopie тоже неплох в многих моментах. Так что буду переключать. Текстуры будут безоговорочно падикс, реально. Это уже не Майнкрафт. Это уже не Майнкрафт. Смотри, там даже днище корабля обросло ракушками. Офигеть. Офигеть. Это чудо дивное, что смог сделать этот человек. Я подробнее разбирал раньше. Сырки, растения. Нет, только они уже все, они уже не квадратные. Они уже в других роликах, но с того момента все стало еще лучше. Вкратце, почти у каждого блока по 10 разнообразных вариаций. Текстуры соединяются между собой. Ну, не знаю. Не, наверное, все-таки слишком немножко на мой вкус. Ну да. Это уже выглядит совсем другая игра. Вот я бы добавила, но все-таки я в кубическую форму бы оставляла. То есть, все-таки, оно очень все круто выглядит, но выглядит шикарно. Но немножечко уже не похоже на Майнкрафт просто, мне кажется. Ну да, она вот здесь как картинка вписанная, другую картинку просто поставлена. Да. Руды объемные и светятся. Вот руды красиво сделаны. А с недавнего времени некоторым... А, они все объемные. Да. Стрибуточные. Вот начали постепенно добавлять. Не, ну это выглядит как другая игра, я не знаю. Ну, прям реально, как другая игра, прям совсем ну, да. другая. Ну, оно так красиво, но как-то... Ну, да. Блять, параллакс. Да и сама стилистика просто что-то с чем-то. И веришь же, получается, обсидиан выглядит как обсидиан. То есть он в реале вот так же выглядит. Вообще, есть какая-то другая игра такая. Что слушай, это за игра? Слушай, РПГ какая-то, выходишь, ведьмак такой. Да.
Ну, тут еще что-то есть майнкрафтовое. Да. Так, доставайте свои салфеточки и разгоняйте видеокарточки, чтобы потянуть это видео. Потому что сейчас будет финальный результат. О! Майнкрафт. Мясо! Ах! Ах! О! Ах! Смотри, какой голем стал. Он реально металлический теперь выглядит. Да. Он уже не как кусок сала выглядит. Вот, вот сейчас вообще как суперскелет выглядит. Посмотри. Да, стенька такая, что выбрасывает. Шикардосно. Вот тут вообще, я не знаю, мне прям так нравится, так клёво. Ну, а мне бросается сильно в глаза как-то. А мне нравится, это нормально, это совсем другой мир. Он должен быть, он должен очень сильно давай. Отличаться. Я соглашусь. Офигенно же. Мне, в принципе, не нравится ад. Это не, ну, Незер. Мы не были в аду. Незер. И не были Незер. Это там, это мир края вообще. Мир края. Мы там не путешествовали. Ну, мне это все как-то... Именно в видео, когда мы смотрели? Сложно. Я когда заходил, то как-то так все... Психоделическое? Некомфортно там находиться. Ляпатися. Ай, ляпатися. Вот это, о, ну что ж, да? Надеюсь, ничего не забрызгали там у себя. Этого лучше не надо. Если захочешь поиграть, загляни в описание. Скорее всего, я уже добавил все моды из этого видео туда. Стойте, ща. Сгорело везде. Воняет жжёным горелым пластмассом. Сгорел комп? Блять! Да. Да. А я еще, знаешь, что в конце заметила? Что? Смотри, это такой же микрофон и фонтограф, как у нас. И микрофон такой же. Да. Ну, это популярно. Это, похоже, самый популярный набор, наверное, у всех там блогеров, стримеров и всего остального. Ладно, ролик не про это. Нет, стримеров нет. Стримеров-то все USB-шные. А, да, ну ладно, наверное, у блогеров тогда. Сейчас цветящиеся эти. А, ну, чтобы красиво все было. HyperX. Я не знаю, не разбираюсь. Короче, по поводу ролика. Офигенно, но на мой вкус все-таки чуть-чуть слишком более вот эти вот в конце. Как говорится, твой компьютер такой не потянет. Да. Наш тоже. Наш тоже не потянет. Наш тоже, это там слишком, да, и даже чересчур уже. Да. Но кое-что прям классно. Мне очень понравилось, что добавили очень много животных, реально могли же добавить всех этих животных. А то мне не очень нравится, что они, знаешь, делают мод, ну не мод, а типа обновление. Чуть-чуть совсем насыпают, знаешь, так вот чуть-чуть, типа вот чуть-чуть тебе, чуть-чуть. И то, знаешь, по сравнению с другими обновлениями, которые было пещеры и скалы, там прям дофига всего, и такое вау. А по сути, почему сразу нельзя зафуфырить 52 животных? Ну это ж классно. И вся такая ачивка, побегать по всем биомам, найти всех этих животных. Ну круто. Анимация очень классная у жителей. Ты видел, как? Ты что за мной повторяешь движение? Ты же выскажешь. Нет, я подсказываю. Ну круто. Типа... Одобряю тоже, да. Да. Ну, короче, единственное, что, наверное, мой вкус чуть-чуть слишком было в конце, потому что просто это перестало быть похоже на Майнкрафт совсем. Ну, то есть это стало реально как будто ведьмак какой-то пошел. Да. Да. Вот. Но оно очень круто, выглядит очень красиво, просто чуть-чуть перестало быть похожим. А остальное мне прям очень понравилось. Мне и текстуры нравятся, и когда вот шейдеры используют. Вот шейдерами бы классно было поиграть, вот эти все текстуры оставить. Я раньше думала наоборот, знаете, когда Майнкрафт видела, думала, блин, в чем прикол? Есть такие крутые игры, типа там, знаешь, там, вот тот же Ведьмак, там, РДР, где там еще, не знаю, ну, крутая-крутая графика. Боже мой, там же кубики. Типа, ну, странно как-то, чего прикольного, есть же такой крутой графон. Но теперь, когда ты сам поиграл, ты понял всю эту прелесть, и ты уже как-то не хочешь, не хочешь другие такого, кубики. Ты хочешь их кубики. Нужны кубики. Только, может, какую-то подсветку красивую, знаешь, там какой-то объем, тенюшки, свет, чтобы это все добавилось. Анимация какой-то. В принципе, мне уже даже непривычно, когда используют, допустим, шейдеры, и вот играют показывают прозрачную воду. То есть я привыкла, что это будет синяя такая вот лужа голубенькая, и для меня уже непривычно, что она прозрачная, понимаешь, вода. Хотя выглядит очень классно, вот. Но мне очень понравилось, как это выглядит. Конечно, комп никого из нас не потянет, я думаю, и вас тоже не потянет. Но мы хотя бы на это посмотрели, как это может выглядеть. Да. Вот, можешь посмотреть первую часть, мы да. тоже смотрели, да? Да, мы ее смотрели. А также можешь посмотреть фейловое наше видео, которое мы закинули в Телеграм вот по этому поводу. Все, пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.